Китай осуществил успешный запуск новой ракеты-носителя «Великий поход 7». Он был совершен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Как отмечают местные СМИ, это первая ракета, на всех стадиях разработки и производства которой применялись цифровые технологии. Кроме того, аппарат работает на новом, менее токсичном для окружающей среды топливе. Расчетная грузоподъемность носителя 13,5 тонн. Это превышает показатели других ракет КНР в 1,5 раза. Предполагается, что именно «Великий поход 7 будет доставлять грузы на орбиту. Китайцы планируют построить собственную космическую станцию до 2025 года.